prepare for battle. Судя, конечно, это главный судья Денисий Кремов из Краснодара, помогает на главный судья старшего судьи Креев, ну, а вроде единственный судья, Евгений. Девять тура прошло сейчас, после этого закрытия тема, мы перекладим. И снова сюда налил Славу Дубушевскому. Посылает мячом, прокидывает себя головой. Очередная подача. Снова не входит. Ох, сам себе. Хорошо, Дубушевский поборолся. Будет удар. Рыжий, да. Ну и что? Да, тоже первый гол. Кирилл Варенов. Помню, что в матчах,
режиссеров, да, делает выбор. Дальше выложить версию, собственно, захотел. Судья действовать, ровно 3 минуты. Матч окончен. Добавил он 7-0. 7-0. Чайка выигрывает Чайка. Безо всяких проблем абсолютно Спартака Нальчика.